Сегодня случилось чудо-метаморфоза. Посредине ночи вылупилась бабочка мертвая голова. Вот пытается залезть на дерево, на растение берючины, которое стоит для кормления палочника. Листики сопротивляются. Ей же нужно залезть так, чтобы расправить крылышки. Сейчас попробует выбрать другой листик, другую веточку. Полезла на другую веточку. Сейчас будет искать, где бы так присесть, чтобы расправить крылышки. Где же можно остановиться, чтобы расправить крылышки? Все не так просто. Листики изгинаются. Сейчас мы ей дадим другой кустик с сухими веточками. Может, ей больше понравится. Она же тяжелая, вот в чем проблема. Ну, кажется, я придумал, какой кустик ей дать.